Вещества против старения. Аллицин по-научному диалил дитиосульфинат. Это эфирное масло, которому чеснок обязан своим неповторимым запахом. Молекула аллицина легко проходит сквозь мембраны клеток и по своей сути является ядом, который способен вызвать повреждение клеток, прерывая в них обменные процессы. Аллицин – это простой, но довольно надежный способ защиты всех растений семейства луковых от вредителей. Научно-исследовательский институт Вейцмана Рехоут, Израиль, завершив цикл многолетних исследований аллицина, опубликовал доклад, в котором назвал его полезные свойства. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, является сильным натуральным антибиотиком, понижает давление, нормализует липидный состав крови, препятствует возникновению тромбов, стимулирует усвоение глюкозы организмом, является сильнейшим иммуномодулятором, улучшает работу желудочно-кишечного тракта при постоянном высоком содержании в организме. Но израильские ученые также отметили, что чеснок и некоторые виды лука, богатые на аллицин, не стоит потреблять людям, страдающим почечными заболеваниями, циститом и уретритом, поскольку чеснок способен вызвать раздражение мочевыводящих путей. Когда и сколько? 2-3 зубчика чеснока в день вместе с едой. Как употреблять чеснок, знают все. И, пожалуй, лишь его стойкий аромат становится на пути его повседневного использования. Но, если проблема с чесноком заключается лишь в этом, ее легко решить, заменив поедание самого чеснока на прием его экстракта в капсулах. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!